Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Итак, крышка багажника стоит плохо, весь зад машины поврежден. Арка заднего правого крыла тоже вмята. Ну и перед машины зазоры плохие, не знаю почему, но потом я узнаю. Итак, начинаю ремонт спереда. Крылья, бампер, фары я снял и теперь измеряю высоту и диагонали. Они должны быть одинаковы на обоих сторонах. Здесь все прекрасно. Высота одинаковая лонжеронов, в диагонали тоже в пределах нормы. Значит, придется просто все отрегулировать. Устанавливаю все снятые детали обратно. Установил все детали обратно, поколдовал с зазорами, и теперь все прекрасно. Теперь ремонт задней арки. Теперь мне потребуется разрезать этот кант, иначе не получается сделать, рвется металл. Дырки от споттера залил оловом, и с аркой я закончил. Ну и последнее, ремонт задней крышки и задней панели. Thank you.
Итак, зазоры хорошие, но ремонт крышки продолжу позже. Теперь мне необходимо сделать заднюю панель. Сначала немного вытяну и потом при помощи споттера. Заднюю панель отровнял и теперь заканчиваю с задней крышкой. Работа с металлом закончена.
Отдаю машину на покраску. Через 5 дней машины вернулись с малярного цеха. Собираю ее. Итак, ремонт этой машины закончен. На эту работу ушло 11 дней. 6 дней работы с металлом, 5 дней покраска. А у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!